В ульяновских лифтах ездить небезопасно. В начале этого года сразу в нескольких городах России произошли ЧП, связанные с лифтами. Особенно потрясло падение лифта в элитном жилом комплексе столицы. Ульяновская правда решила выяснить, как в регионе обстоит ситуация с исправностью лифтового оборудования. Увы, ситуация, мягко говоря, нерадужная. У половины лифтов давно истекли все сроки эксплуатации. Вот в настоящий момент у нас в городе Ульяновске обслуживается порядка 4000 лифтов. На сегодняшний день, если отминусовать вот эти 144 лифта, которые уже заменили в этом году, у нас где-то порядка 2500 лифтов отработали свой нормативный срок эксплуатации и подлежат замене. После череды происшествий по всей стране начались проверки. Прошли они и в нашем регионе. В Ульяновске безопасность лифтового оборудования совместно с прокуратурой проверяли сотрудники управления регионального государственного жилищного надзора. Те несчастные случаи, которые произошли в городе Москве, естественно, не могли остаться без внимания. И была инициирована проверка. Государственная жилищная инспекция совместно с прокуратурой сейчас проверяет организации, которые обслуживают лифтовое оборудование на территории Ульяновска и городе Петрограда. На сегодняшний момент пока замечаний нет, то есть высокий профессионализм этих организаций, конечно, он дает о себе знать. То, что никаких нарушений выявлено не было, это, конечно, хорошо. Возможно, этому способствует то, что в регионе реализуется программа по замене лифтового оборудования. В 2015 году в домах Ульяновской области появились 144 новых лифта. Один из них заработал в областном центре по адресу улицы Гагарина, дом 9. Тросы барабанов, то есть узлов этого лифта, превратились они, как говорится, можно сказать, в мочалку. Вот. И опасаясь того, что человек может сорваться, может причинить вред своему здоровью, мы решили, как говорится, заменить вот этот вот лифт. Лифт был сдан вовремя, своевременно, в течение месяца. Ну и, так сказать, результатами этой работы мы довольны. Вот. И люди, то есть, благодарны. И все же то, что больше половины ульяновских лифтов работают сверх положенного нормативно, факт пугающий. Ульяновская правда спросила регионального чиновника, что делать с лифтами, у которых уже давно истекли все сроки эксплуатации. Мы не сомневаемся, что замена этого оборудования должна произойти в 100% случаев, потому как мы прекрасно понимаем, что до 2020 года все лифтовое оборудование старое, которое не соответствует нормам действующего законодательства, должно быть остановлено. Андрей Корчагин, Сергей Ершов, новости Ульяновской правды.